بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآل آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درجي <связи> Доброе утро, дорогие сестры. Рада вас приветствовать на нашем очередном а, вебинаре цикле лекции 32 дуа из Хур'ана. Хамдуля, дорогие сестры, мы с вами иншалла а, изучим сегодня уже второй дуа. А у нас уже был первый дуа на прошлом уроке, и надеюсь, вы его хорошо закрепили. А, и записали себе в блокнот и выписали оттуда имена Аллаха. А также обязательно э, анализируем его значение и тот момент, когда мы используем это Дуа Хвала Аллаху! У нас Сура бакара есть несколько Дуа, которые мы должны знать. По сути, и только... Раз, два, три, четыре. Да, после четырех дуа, только мы с вами перейдем уже на следующие суры. То есть самые первые четыре дуа у нас содержатся только в суре-туль-бакара без ниля. Прошлый дуа был и суры туль бакара из предыдущих аятов, а сегодня же мы с вами иншаллах, выучим один из самых главных дуа, который понадобится именно при прошении блага в этой жизни и в жизни вечной. То есть это одна из самых наиважнейших дуа. Возможно, кто-то наизусть знает, кто-то уже читает намази в положении Ташахуда. И эта дуа приходит в 201 аяте в сурат бакра Корова, где сказано «Уамин гум мэй якулю» То есть здесь сказано, что Господь наш одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни и защити нас от мучений в огне. Мы просим у Аллаха, это самая главная дуа, которая важна в прощении блага, да, мы просим блага и в этой жизни, и в Ахира. Кто не знает эту, эту, эту суру, этот аят и дуа, обязательно заучите. В конце урока, как всегда, я буду несколько раз повторять в правильном произношении, чтобы вы могли его заучить. Значит, в копилку дуа записываем свой блокнот следующий дуа. Э, без ниля. И э, давайте посмотрим его значение. Абу Адель э, переводит это как «И среди них людей, имеется в виду, есть такие верующие, которые говорят, «О Господь наш, даруй нам в этом мире благо». То есть под словом «благо» подразумевается все, и здоровье, и пропитание, и полезные знания, и возможность совершать добрые деяния. А также мы спрашиваем и вечной жизни благо. То есть, это, естественно, вечной жизни Вахара, это рай. И защити нас от наказания огня. Незаметно обратите внимание, какие важные слова мы просим при произношении этого дуа. В толковании Сади говорится, но среди них есть такие, которые говорят, Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучений в огне. В хадисах сказано, имам Аль-Бухари в достоверном хадисе в Сахих передает со слов Анаса, ради Анх, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, часто говорил, о Аллах, Господь наш, даруй нам в мире этом добро и в мире вечном добро, и защити нас от мук огня. То есть вот эта дуа, которую мы с вами сейчас прочли. Аллахумма, Раббана, Атина, Хасана, Вафил, Хасана, Вакина, Азабанна. Это сказано в 4522 хадисе. В Сахих аль Бухари. А также имам Ахмад передает от Анаса Ради Аллаху Ангу, что посланник Аллаха, как-то посещал больного мусульманина, который от слабости стал похож на цыпленка. Посланник Аллаха спросил у него: Взываешь ли ты с какой-нибудь мольбой к Аллаху? Или просишь у него чего-либо? Тот ответил, «Да, я говорил, о Аллах, если ты решил наказывать меня в последней жизни, то дай все эти наказания мне при жизни». Тогда посланник Аллаха, соля Аллах, салям, сказал, «Пречист Аллах, Субхан Аллах, ты же не сможешь это вытерпеть. Неужели ты не мог сказать, о Аллах, Господь наш, даруй нам в мире этом добро и в мире вечном добро и защити нас от мук огня?» Тогда этот человек возвал с этой мольбой к Аллаху, и Аль-Хамду исцелился. Этот хадис привел муслим сахих муслим, в 2688 аяте, Ой, хадисе, прошу прощения. Какий, какой вывод мы делаем из этого хадиса? Когда мы заболеваем, и наша болезнь продолжается, и она очень продолжительная, и мы от него мучаемся и при этом не взываем к Аллаху, то есть возможно мы обращаем к любым способам, таблеткам, кому-то сказать, вот я болею, или просто лежать и болеть ничего не предпринимая, не взывая и не прося дуа у Аллаха нет. Здесь из этого хадиса мы делаем вывод, что посланник Аллаха Аллаху научил этого мусульманина, который болел прекрасном дуа. Роббана, о Аллах, атина фиддуния хасана. Даруй нам благо в этой жизни. Уафил хасана. И даруй благо в той жизни. азабаннару. Это не самый или главный дуа, который нужно просить. Спасти нас от мучений огня. И также в хадисе передано, Мурдавахам от Абдуллаха ибн Аббаса, ради Аллаху Пророк, саляллаху алейху ассалям, говорил, Каждый раз, проходя мимо Каабы, я вижу ангела, который произносит Амин. Проходя рядом, читайте молитву, Раббана, атина фиддуния хасанатау, Вафил ахирватихасанатау, азабан азабаннару. То есть э, э, перевод, и то мы поняли, что Господь наш, дай нам благо и в этой, и потусторонней жизни, убереги нас от мука огня. <связь> и также <связь> и имама Шафия это уже наши ученые, по которым мы тоже следуем по милости Аллаха, которые нам э, истолковывали хадисы, доводили до нас ислам, шария. Передает от Абдуллаха э, Ибн Са'иба, что он слышал, что посланник Аллаха, алейхи проходя мимо Йеменского угла и черного угла Каабы, говорил атина тауа фил ахироти хасана, То есть, это касается тех, кто едет в большое паломничество или малое паломничество. Вумару или э, Хадж, и проходя через Йеменский угол и Черный угол Каабы, мы должны просить это дуа: Дай Аллах посетить эти прекрасные священные места тем, кто еще не посетил; Дай Аллах повторно его посетить тем, кто уже там был; Дай Аллах проходить через Каабу, через Черный угол, через Йеменский угол у Каабы. И взывать к Аллаху с этой мольбой. <coughs> Давайте теперь выучим это дуа, дорогие сестры. Обязательно за мной повторяйте, потому что если мы поменяем какую-то огласовку, если мы протянем там, где нет протяжности, то смысл будет иной. И мы можем взывать к Аллаху, возможно, вообще в другом смысле. <coughs> Далеко не идти, если мы заменим слово аль-джанна на слово джинна, то есть там единственная одна гласная буква, да, у нас идет джа и джи. Обратите внимание, как смысл меняется: аль-джанна, джанна, джанна» это рай. джинна – вы знаете, что это такое, да, дорогие сестры. Поэтому обязательно обращаем внимание на каждую огласовку и на каждую протяжность. Значит, внимание, повторяйте за мной. Я трижды сейчас прочту. Атина хасаната, хасаната, То есть я сейчас прочла соединением э, в Идгаме, в таком <coughs> прочтении, когда идет у нас соединение между ятами, как правило в чтении Кур'ана. Но мы это дуа можем просить и с остановками, так как у нас между этими словами, предложениями не идет <laughs> связь, не маана, ни лявза, ну, есть, может, маана, но лявза нет. Да? Можно, в принципе, остановиться и прочесть эту тамарбуту. То есть, и не протягивая здесь матмун фасель, можно два хараки протянуть. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. здесь мы разделяем таким образом, понимаем, что ربنا Господь наш, а тина في الدنيا حسنه, то есть одари нас добром в этом мире, وافي الاخره حسنه.

Но мы тут делаем мои якулю, делаем правило ингам, говорит, то есть якулю. Среди них есть такие, которые говорят, или такой, кто говорит, и здесь у нас начинается дуа. То есть именно с этого момента, из этого ята мы берем его как дуа. Раббана, Господь наш, имеется в виду в, во множественном числе первого лица, даруй нам, а ты на Фи-дунья, фи-в. Дунья в этом мире. Хасана, благо. Уафи и в. Это предлог у нас. Хироти у муслима», Не черкайте, пожалуйста. Уафиль хироти, أه... то есть и в последней жизни. Хасана, благо. И здесь обратите внимание на хасана у муслима, контролируйте у вас там ребенок, что-то ромбики ставит нам. <клёх> 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 так, Субханаллах. У муслима. <клёх> Уже кружочки пошли. Можете у ребенка забрать телефон. А здесь у нас идет Тамарбута. Хасанатан. <клёх> Обратите внимание, и хасанатан приходит дважды. Где-то вы видите в транскрипции, что приходит в виде хасанатан, потому что это его коренная огласовка. Но при остановке мы можем прочесть хасана. То есть вот эти точки убираем и танвин убираем. У нас получается хасана. И вакина. Вакина. Обратите внимание, вакина не читайте. Защити нас. Вакина. Азаб – это наказание, а это огонь. Альхамдулля, дорогие сестры, вот такое прекрасное дуа мы с вами сегодня выучили. Сейчас я обращу внимание на ваши вопросы, если в чате есть. Угу. Если у кого-то возникли вопросы или какие-нибудь предложения, вы можете описать это в чате. Хотеть благое от Всевышнего. амин, амин. Да, шала. О, вот видим прекрасный конспект сестры Зарины, уже завела. Угу. Так. Алхамдулилла. Сейчас посмотрю. Вывели ли вы имена Аллаха? Так, два, номер один. Угу. Да, Маша Аллах. Отсюда можете вывести две имени Аллаха. Помните, мы с вами изучили имена Аллаха. Ас-Самия, а, слышащий, и Аль-Алим, знающий. Обязательно учите слова Аллаха. Так, таким образом, в течение 30 дуа мы с вами выучим и несколько имен Аллаха. И вы можете в намазах или в своих дуа обращаться к Аллаху. Я Самия, а, о слышащий. Я Алим, о знающий и просить дуа у Аллаха, который вы хотели бы попросить. И просим у Аллаха принять сегодняшний наш урок тем дуа, который мы с вами выучили на прошлом уроке. Раббана О Господь наш, прими от нас, Ты ведь слышащий, знающий. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك جزاك الله خيرا درجي سيستر وبارك الله فيكنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته